Бюро находок ищет. Очевидцев ДТП, произошедшего 7 января, 18:10 Памира 5, напротив арки, совершено столкновение с автомобилем Fiat Albea серого цвета с неизвестным автомобилем, который скрылся с места аварии. Просим позвонить по телефону 8-917-875-05-28. Серую женскую спортивную сумку с документами на автомобиль, водительским удостоверением и паспортом Гизатуллиной Алсу Шайхуловны, утерянную 1 января в районе Мира 74. Обещанное вознаграждение. Водительское удостоверение Халиуллина Равиля Габдалхаевича, утерянное 27 декабря. Обещанное вознаграждение. Ключи от автомобиля Mazda 3 с берлоком сигнализации «Томагавк» и черным ключом от домофона, утеряны 5 января в районе Бузовского рынка. Обещанное вознаграждение. Черную мужскую сумочку с военным билетом, водительским удостоверением, документами на автомобиль Совина Евгения Валерьевича, а также панелью от автомагнитола и видеорегистратором, утерянную 4 января по 30 лет Победы, 10. Обещанное вознаграждение. Паспорт Сибгатуллиной Лисян Наилевны, утерян 8 января по Мира 52. Обещанное вознаграждение. Сенсорный телефон модели Nokia Lumia 625 черного цвета в черном чехле, утерян 8 января по 50 лет Октября 6А. Обещанное вознаграждение. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42 33 33.